Иван Семенов несчастный, а может быть, самый несчастный человек на всем белом свете. Почему? Да потому что, между нами говоря, Иван не любит учиться, и жизнь для него сплошная мука. Представьте себе крепкого, рослого мальчишку, с наголо остриженной и такой огромной головой, что не всякая шапка на нее налезет. И этот богатырь учится хуже всех в классе. А, честно говоря, учится он хуже всех в школе. Обидно? Еще как. Кому обидно? Да всему классу, да всей школе обидно. А Ивану? А ему хоть бы хны. Вот такой тип. Многотрудная, полная невзгод и опасностей. Жизнь Ивана Семенова. Второклассника и второгодника.